сегодня мы поговорим о автобусе ЛиАЗ-5292.22 в раскраске скоростного автобусного сообщения. Первая такая машина была построена в 2011 году и презентована на выставке «Транспорт России». Данные автобусы были запущены на 5 маршрутов – 901, 902, 903, 904 и 905. Но после второй магистрали некоторые маршруты изменились, а некоторые остались. 901 стал Е80, 902 отменен, 903 остался им же, 904 стал Е30 и 905 остался им же. В 2013 году выпуск машин в такой раскраске был прекращен. После закупки автобусов ЛиАЗ-5292 и 6213.65 в 2016 году часть рыжих автобусов были отданы на обычные и социальные маршруты. В 2020 году 15-й автобусный парк стал единственным автобусным парком в Москве, который обслуживает рыжие автобусы. Но в 2022 году 15-й автобусный парк ушел в Зеленоградский автокомбинат. По состоянию на 2023 год в этом году работали всего лишь 9 машин. Но 3 машины с бортовыми номерами 192, 169, 192, 600 и 192, 802 были отданы в Московскую область. 192, 169 уехал в Подольск, и еще 2 машины уехали в Дмитров. С 13 июля 2023 года на данный момент работает единственная линейная рыжая машина с бортовым номером 192-808. А остальные 5 рыжих машин с бортовыми номерами 192-165, 192-362, 192-365, 192-604 и 192-803 были отстранены от эксплуатации. Дальнейшая судьба их неизвестна. Может быть, их отдадут в другие регионы или в Московскую область для дальнейшей их эксплуатации. Или, может быть, даже спишут. И поскольку сейчас работает единственный автобус в рыжей окраске, это означает то, что скоро дальнейшая эксплуатация рыжих автобусов будет прекращена.